PCP-винтовка «Стрелка» в комплекте с инструкцией, сертификатом и двумя магазинами. Интернет-магазин «Попади в десятку»! Эта модель выполнена в компоновке Bullpup и имеет деревянную ложу и синего ламината. Также из дерева здесь подсвечник. Остальные детали корпуса здесь металлические и окрашены в черный цвет. Рукоять затвора находится на правой стороне. Пользоваться винтовкой удобнее всего будет правшам. Предохранитель находится над спусковым крючком. А планка для крепления оптики надежная и массивная. Заправочный штуцер встроен в корпус винтовки и находится на правой стороне. Саунд-модератор здесь не бутафорский и действительно выполняет свою функцию. Длина винтовки 800 мм, длина ее нарезного ствола 540 мм, а весит она 3 кг и 500 граммов. На левой стороне корпуса находится дублирующий рычажок предохранителя и манометр. Объем ресивера составляет 450 кубических сантиметров. Двусторонним предохранителем удобно пользоваться, он всегда под рукой и при этом не мешает. Есть у винтовки и планка для установки сошек или вертикальной рукояти. Эта модель выполнена в калибре 6.35, и ее комплектный магазин вмещает 8 таких пуль. Редуктор в этой модели есть, и он позволяет ей делать большее количество выстрелов на одной заправке, делая их мощность более равномерной. Продаются винтовки «Стрелка» и другие винтовки в нашем магазине любому совершеннолетнему гражданину. Для их покупки не нужны никакие разрешения или специальные лицензии. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.